Это центральный парк, единственный в селе. Здесь проходят праздники, спортивные и культурные мероприятия, в том числе и для детей. По словам местных жителей, реконструкция просто необходима. Мало благоустроенных прогулочных зон, устаревший элемент освещения, скамейки и детская площадка. Все это нужно обновить и осовременить. Витязево – это, наверное, второй по населению и по значимости населенный пункт в Анапском районе, по крайней мере, для отдыхающих. И хотелось бы, чтобы им здесь было комфортно и приятно находиться. Я считаю также, что наш проект является одним из лучших. Он очень качественно проработан, со всеми нюансами и отвечает современным стандартам. В рамках проекта здесь предусмотрено дополнительное озеленение, благоустроенные пешеходные дорожки, скамейки, урны, новое уличное освещение, а также реконструкция детской площадки. Вдохнуть в парк новую жизнь возможно уже в этом году, если за проект проголосует большинство. Для этого 18 марта нужно с паспортом явиться на участок счетной комиссии. Всего их будет работать 55. В Витязево они расположатся в здании Дома культуры и 3-й общеобразовательной школы. С другими проектами можно ознакомиться на официальном сайте администрации или на нашем anaparegion.ru.